Антоша, нет, давай вот поедем вот в Венецию. Зачем? Моя любовь. Антон, ты же так здорово поешь. Ну, давай тебе только вот сейчас вот там сделаем, подрежем язычку языка, чтобы у тебя увеличить диапазон на квинту. Давай, ты почему эти физиологические подробности видишь? Я какой я певец? Да я актер, да ладно, да перестань. Сон, светлый счастье, сон мой, Эсмеральда. Живым. У продюсеров задача совершенно другая. Они создают продукт, они создают некий образ. Обними меня за плечи, подари мне этот вечер. Когда первый был опыт работы в шоу-бизнесе, мне лично хватило нескольких месяцев вот этих фотосессий, каких-то псевдоэротических и так далее. Выходишь на сцену, кольцо снимем. Штрихи к портрету. Воскресенье в 21:00 на 12-м канале.